Нашла еще один ароматик мужской, который просто офигенно звучит. Но, к сожалению, его уже сложно найти в продаже. Это Lacoste Prom Challenge называется. Просто офигенно. Ой, как всегда, то, что классно заканчивается. Ну, что поделаешь. Напишите, у кого тоже есть такой. Это я на пол скинула все вещи, которые у меня в шкафу были. Их огромное количество. Вот еще, ну, очень много всяких свитеров, в общем. И вот у меня получилось собрать по картинке то, что я хотела. Сегодня очень красиво облака. Это уже страшнее, но все равно. Похоже на лебедя. А вон улитка или собачка. Вот смотрите, вот этот. Какое-то изобилие красивейших цветов. Ну, это что типа роз. Эти вот эти желтенькие вообще это полынь, что ли? Такой красивый. Смотрите, сколько красиво. А ну-ка, это полынь, я сейчас понюхаю. Не, не похоже. Не пахнет полынью. Некрасиво. У нас тут в парке есть вот такой курт. И я думала, он не рабочий, но вот сейчас первый раз увидела, что есть. Вот такие вот тележки с шариками, но только непонятно, как туда попасть. Кричать ему надо, что ли? Нужно узнать, сколько стоит. То чувство, когда ты хочешь сесть на лавочку, но есть риск, что тебя кто-то опередит. У вас бывало такое чувство? Сейчас я это сделаю. Я первая буду посадить на палатку. И будем ждать. Ну, сегодня в моем поместье спокойно. Встречи никакие не проводим. Что-то мое поместье на психушку похоже. Можно расслабляться.
какая интересная лестница. Куда она ведет? Лучше не знать. Они такие более красные в жизни. А здесь бордовые, какие-то фиолетовые. А в жизни прям красные. Как можно передать цвет? Такие алые. Вот как посередине. Красота. Моя любимая стена бирюзовая стала артхаусом.